Ну что нам предстоит? Нам теперь будет повторять. Я раньше не посмотрел, но не посмотрел, а теперь уже сам заинтересован, что если я просто завтра, мне надо на верстину. Вы видите, заграничным сроком Новосибирского завода электросигнал 100% рабочих охвачены бригадной формой организации труда. Сетевой кусок завершил досрочно, а заграничный сектор – основа сроки. На полтора месяца раньше отрапортовал о завершении сетевого задания. Некогда самый отсталый на заводе коллектив сегодня передовой. Знаете, много отличников, качества и появилось очень много. Практически знать такой. Все детали, ну, которые мы даем люди, по-настоящему, посвящаем, стали все до сих пор. У нас здесь мастера золотые рынки, самый главный конкурент, доверяем и это отрабатываем. По заводам такого доверия, самое прежде всего дисциплина. Она помогает коммуницировать коллектив сектор. Рабочие поняли, что любой, даже незначительный шаг в управлении дисциплины, всегда ведет к каким-то общим выгодам, достижениям и успехам. И что нет, уже не электропровод тоже, что выставлено шансово, то, что взял сообщение, что это не только сделать, а делать рабочим заниматься, чтобы тогда не поднимать. Итог прошел пока пусть самый тяжелый, но сегодня же только первый вступил на пути внедрения бригадного подряда. Совершенствование этой формы коллективной организации труда потребует привлечения новых резервов и прежде всего деле укрепления дисциплины. Эти это прекрасно понимают. Борьба за дисциплину, строгий порядок на производстве захватывает все больше трудовых ресурсов, как в городе, так и на селе. Но там, где удается справиться с селедами, прогульщиками, пьяницами, там и желаю дисциплины. Вот рассказывает нам корреспондент Геннадий Крабин, что была с недавно в той же селедости. Председатель колхоза на 6 селедов, в Тюменского района, Николай Максимович Лак, ведет любопытный процесс. Начиная с 1982 года, он фиксирует все прогулы, совершенные колхозниками, без уважительных предметов. Я вас сейчас познакомлю с этим цифром. В 1982 году было потеряно 10883 человека в день. В 85 году около 4000 человек в день. За 4 года количество прогулок сократилось в 2,5 раза. И только за один прошлый год более чем в год. Как с удовольствием? Таким вопросом я обратился к председателю колхоза Николаю Максимовичу Лаку. Ну, я думаю, что это дополнительная работа для одного дня, что уже, конечно, поездка до решать специальный этот вопрос. Если за 56 лет было построено 139 квартир, то за 65 лет 138 квартир, это городского типа, квартиры сортируют бытовыми удобствами и все квартиры. Второе, обратили мы большое внимание на кормовую базу. Раз улучшил кормовая база, возросла продуктивность, соответственно, возросла зарплата. Сегодня в данный день практически возросла в полтора и более раза. Но все это в основном текущего индивидуальных кадров. И самое главное, произошло резкое омолаживание кадров. Если на первом году 2021 года у нас было все молодежи в возрасте до 4 лет 13,5%, то сегодня 45%. И сейчас же видим другая на старых. Собрали мы полчичков. Единогласно всем расставали за запрещение продажи деревенской судьбы нашего селяных пунктов. И когда выступала одна женщина на сельском сходе, наша судьбовая доярка, Кирмышева Маха, она выразила вся. Закрыли в школьную группу, как будто бы заново народили большим одобрением, особенно от нашего женщины в этом лицом государственном. Ну, а теперь я приглашусь к микрофону председателя исполкома сельского совета Александра Егоровича Тураева. Конечно, непосредственно все, что принимает здесь нижний исполком сельского совета, но работа была совместная. Начали с того, что трудовые коллективы прошли собрание. Потом уже после собрания провели ходы по селам. Не один, что по всем населенным пунктам нашего совета. Чтобы искоренить это зло принимать, вот мера. Потом развернулась работа общественных организаций, выявилась на работу ДНД, таких комиссий, как по внедрению новых обрядов,
комиссия по борьбе с пьянством, административная комиссия при исполнении Сельского совета. То есть каждый такого факта пьянства хорошо обсуждались на этих комиссиях. Но я сказал то, что мы пришли к такому списку, пьянство с Сельским отмечало. И есть другая проблема, проблема свободного времени. Появилась проблема свободного времени, чем занять людей, тех, которые раньше пьянства и привлекались алкогольными пьянствами. Мы сейчас в клубе классы проводите вчера отдых, а профессиональный праздник отмечался в Дюсе, там, в Лучечке. Расскажем, какие вчера так, где мы там берутся.
Ich habe die Kamera.